Еще один герой войны похоронен на родной земле. 9 мая в Курганской области с почестями захоронили останки Ивана Алексеевича Хрипунова, который погиб в феврале 1943 года. Церемония захоронения капсулы прошла на родине солдата в селе Большое Раково Китовского района. Сегодня знаменательный день. Вот эти изменения сложны для того, чтобы молодое поколение понимало, что было, как было, ради чего было. Иван Хрипунов ушел на фронт совсем юным. Командовал отделением разведывательной роты стрелкового дивизиона. 20 мая 1942 года он форсировал реку Полисть. Прошел с группой около 5 километров по болотистой местности и вышел в заданный район. Устроил засаду на лесной дороге, где уничтожил 2 немецких офицеров и представителя генштаба с особо ценными документами. Его подвиг был отмечен орденом Красной Звезды. Начиная с 1943 года Иван Алексеевич числился погибшим. Его останки в Новгородской области нашли только спустя 76 лет. 22 апреля 2019 года это сделал Оренбургский военно-поисковой отряд «Бугурусланский». Личность героя помог установить орден Красной Звезды, который был найден среди личных вещей. Сняли дерн, смотрим, какие-то личные вещи. Рядом с ногой лежали 2 ложки, скорее всего, в ботинок куда-то были вставлены. Вот. Дальше перочинный ножик. Пробка от фляжки, крышка от котелка, разные такие предметы быта солдата. Потом, зачищая раскоп, мы обнаружили орден Красной Звезды. Орден из рук поисковиков приняла племянница Ивана Хрипунова. Низкий поклон хочу, ребята, вам, что вы подняли нашего солдата. Дядюшка вернулся, пусть так. Но он вернулся домой. Через много лет он вернулся на родину. Память Ивана Хрипунова почтили минутой молчания и 3-кратным оружейным залпом. На могилу возложили венки и цветы.